Люберецкий городской суд вынес приговор жителю Самары и гражданке Республики Беларусь, которые обвинялись в незаконном обороте наркотических средств. Злоумышленников задержали на территории Кузьминского лесопарка городского округа Котельники 12 июня этого года. Сотрудники полиции изъяли у них 64 грамма мефедрона. Подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали в полном объеме, содеянным раскаялись. Приговором суда от 10 декабря 2021 года подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления и гражданки Республики Беларусь назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.